С праздником всех нас с вами, поскольку это день рождения Оазиса, это, несомненно, наш общий праздник и огромная удача, что мы сопричастны к этому замечательному объединению людей. И знаете, чем больше окружающий наш мир становится похож на пустыню, тем важнее и замечательнее, что есть такой вот оазис. Оазис добра, любви, песен, стихов, куда мы очень любим приходить, приезжать, где мы всегда согреты долгих-долгих лет этому замечательному объединению. В нашем клубе много очень лет мы день рождения нашего клуба в Москве отмечали и отмечаем 19 октября, очень символическая такая дата, да? И неизменно на протяжении многих лет, вот уже через 10 дней, 36-й раз мы соберемся на девятнашку, и мы всегда открываем ее песней Юлия Кима, которую сегодня я дарю оазису. Неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как он и дни, все бы жить легко. Смело не высчитывать предела для бесстрашной любви и подобно лицеистам собираться у огня в октябре огрянолистом 19-го дня 19-го дня. Как мечталось он и дни, все объяты новым знанием, все готовы к испытаниям, да и будут ли они? Что ж, загадывать нет нужды, может будут, может нет, но когда-то с нашей дружбой главный спросится ответ, главный спросится ответ. И судьба свое возьмет, поемщицкий лихо свистнет, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друг, да не выдумаешь как, да не выдумаешь как. На порогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей. Под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному веселью, бескорыстному доверию в вольнодумной глубине. Автора уже много лет как ушедшего из этой жизни, Сергея Яковлевича Стеркина, на стихи поэтессы Татьяны Кузовлевой. На мой взгляд, она тоже имеет отношение к происходящему в этих стенах. Сюда приходит женщина одна, меж
скатится ее цепочка круглых бус. Он губами знает каждую на вкус. Он снимает их, как капельки с листа. А она стоит, как девочка чиста. Это черт ее придумал или бог? Это предел ее Пушкин или Бог? И кому было завещано в века? Это тонкая, точеная рука. Эти черные печальные зрачки открывали все запоры, все замки. Ей подвластны все дворцы, все дома. Это входит в двери истина сама. И заняли ее с тронов короли, увозили в кругосветку корабли. Оставалось караулить берега. Волшебница, разлучница Динка, она ломала руки, как лучи, и срывала капли бусинок с ключиц. И ложились они весом в шар земной, на прямых ладонях истины самой. Дмитрий Беленький, город Москва. Спасибо.